В смысле мелким? Кто меня тут мелким назвал? А, это ты? Шо я? А вот, кто я-то? Я тут один. А теперь помогите мне мою маму найти. Я могу без твоей папы. Не, мне не нужен папа. Так... Не папой, а папочкой. Да еще такой папочка мне нахуй срался. Да, осторожно, не запинайте тараканы. Сам ты таракан, я просто маленький. Я молодой, ты умрешь раньше меня, понял? Да помогите мне мою маму найти. Ну я ж потерялся, я потеряшка. Маму съели. Да быть не может, кто бы ее съел. Я тоже уборщик. Мама дала мне вот эту карточку. Охранник. Мы уборщики. Я уборщик. Охранник. Мы все уборщики. Ну в туалет так в туалет. В туалет. Хорошо. Опа, на это купите. Смотрите на это. Да, копченым. Зачем ты жестко в унитазе? Беги. Будьте нашим спутником, я буду вас прикрывать. Здрасте. Ой, здрасте. А можно карточку, пожалуйста, я выйти не могу, там нам всякие... Нам пора уходить, ребята. Сейчас, подожди секунду. Нет! Фу. О, молодец, что не чуть дошло. Не закрыл меня в этом дерьме, ужас. Ой, блядь, FPS простил, пиздец, за что такое? Ой, здрасте, вы охрана? Или кто? Да вы свои, мы по стартхаусу, там пиздец, там статуэтка, там 939. Так кто это такие, я ж вообще не шарю. Пошли за мной, там только пиздец. Ну пошли. Я вообще-то маму свою ищу, вы как бы не поможете, не скажете где. Да, там, мы не знаем. Ну блядь. О! Ой, блядь! Пожалей пиздюка, я ж до кнопки достать не могу. Вы живы. Здорово, пошли. Пошли, да. Тихо, я что-то... Ёб твою мать! Давай. Мелкий Дэн! Вы там своего оставили, мелкий, дружка. Эй! Что случилось? Да, прибрали к вашим рядам, так сказать. Ну. Буду дальше маму искать. Ну что, я попрал у Евля кому-то. Понял. Пиздец, меня не напугать. Блять! Пацана, за шо? Мне не воскрешай! Я сначала был дэшником, потом я стал, блять, хаоситом, теперь я стал зомби, я до сих пор ищу свою маму. Нихуя себе ты маленький. Мама дышит, мама придет. Она была зараженной? Нет, не думаю. Я тут с кругами, блять, за дэшником бегаю. О! Давай. Черт возьми! Подарок. Иди в сон! Блять! Ебать, ты с Жигули заводишься. Что случилось? Челику, блин, забежал. Он ни разу не попал. А откуда тут? Не бей ребенка! Нет! Сука, ребенка убили. А хотите тоже стать мелким или наоборот большим на наших серверах? Легко, просто поддержите проект и возьмите на сайте изменения размера. Также на сайте стал доступен радужный префикс, а на серверах появилось целое множество крутых плагинов. Ты точно знаешь, куда идти? Половина пути. Дядя ученый, выключите фонарик, FPS проседает. Да ой, не ну, смешная шутка, смешная, вот. Непонятно, о чем вы говорите. Да говори, ПС поседает этот фонарик. Ой, мама, мы ее видели? Ебать, это что за... Низкий поклон тебе, а как он низкий такой? Ну спасибо, вот эти шутки про рот знаешь ли. А как ты таким стал? Первый раз играю. Нон РП на сайте купи. Ну тут 11-классники какого-то мелкого пить. Сам ты мелкий. Я уже взрослый. Вообще черти охуели. Даже ругаться могу. Давай, иди. Ну ладно. Я все маме расскажу, что блять. Мудаки все. Сильно я обидничаю. Ты маму ее видел? Василий? Я видел, ну так. Частично. Одна на газете, другая там. В смысле, блядь, что это за шутки такие перед маленьким ребенком? Ну, у меня есть у тебя страшная тайна, которую я обязан тебе поведать. Что ж там за тайна такая? Давай. Твоя мама в фуге с бородой. Да это хуйня какая-то. Я здесь нашел какие-то кредитные карты. О! Пистолет! Кто знает, что за кредитные карточки? Кто знает, что за кредитные карточки? Я не знаю, но лучше отдай эту карточку мне. Я теперь тут главный ганг. Вот именно. Не думай, я думаю, там просто это, лекарство.
Сдаюсь, блядь, да что ж ты по пацану стреляешь, это игрушечка. Да, ты к маме на работу, что ли, пошел, мелочь? Да, она игрушку дала, что ты стреляешь, блядь. Да, я не стрелял по тебе, тут другой стрелял, гад. А, ну правильно. Брос. О, бля, комуха. Ну я побежал. Бля, пистолеты лишили, сука. Ёб твою мать! Да ёб, как ты меня увидел? Да как ты меня увидел? Есть? Да как ты меня увидел? Здесь кто-нибудь есть? Да чё, тот чувак сказал мне, что ты какой-то рекал, что ли? Ты меня увидел? Лена! Здесь кто-нибудь есть? Смотри, видали, здорово, что-то такое. Я лечил. Блять, да как, нахуй? Эй, коллега. Добрый день. Здравствуйте. Как у вас тут дела? Как поживаете? Ну, нормально пойдет, так сказать. Если что, мое погоняло небоскреб. Что же будем делать, небоскреб? Я не знаю, блин, я просто не вижу, что там за окном происходит. Как бы это, пойдем, наверное, на обход. Вот, добрый день, коллеги. Если можно на секунду внимание, не перебивайте. Если что, мое погоняло небоскреб. Здравствуйте. Ой, добрый день. Вы кто, блядь? Мы охрана комплекса. Уважаемый чумной доктор, можете проверить, как бы... Кого? Тебя проверить? На что тебя проверить? Жалуйтесь на что, да, коллега? Вы на что... Доктор, доктор, подождите, секундочку. Ой, блядь! Кто это кинул минералку? Да флешку кинул, больной, на голову. Ну я потерялся. Да я тут, тут, возьми меня за ручку. Я ниже, блядь, на ниже, смотри. РП-10 я взял за руку. Ну давайте мы вас, короче, выведем, а потом приведем вам его. Куда нахуй выведем? Вы не понимаете? Ваш комплекс болен говном. Говноветрие, новая болезнь у вас в комплексе. Ну вы все почините. Док, пойдемте, мы найдем вам кого заебашить и полечить, и пролечить, и почистить от говна. Ну боже мой, ну только пойдемте. Я слышу, блядь, его. Ой, пиздец, пиздец. Ёб твою мать, какого хуя ты творишь? Oh, hi, Mark. Блядь! Уходим нахуй! 939 там, и вообще пиздец, и дед, и все на свете. Да кто флешку кинул? Я живой? Дед, стой, я прыгну, прыгну. Беги, блядь! Открывай! А, макарена, макарена! Где вы? Блядь, все же съели черти. Если шо, мое погоняло небоскреб. Так, жопой слышу, что-то не так. Слева или справа? Я не знаю, слева нихуя. Кажется, справа. Давай по-тихому. Наше дело правое, пошли направо. Ну да, справа было. А ты посмотри и заметишь, что слайд-зоны, мы опускаемся в хард-зон. Здесь что-нибудь есть? Да как ты меня увидел? Да как ты меня увидел? Нахуй пошла! Как ты меня увидел? Там пиздец в комплексе полный. А, как бы, дед, господи, 049 вырвался на свободу, наделал своих, блядь, пешек и начал всех хуярить. И плюс там еще две псины. Ха! Давай, пошел, как в фильмах. Пошел. Лейтенант. Слышь, там же горчит что-то. Где? Вон там, вперед! В штыковую. Я буду освещать вам путь. Не поскреб. У тебя оружие настоящее или на пульках? Ну, судя по тому, как урон наносит, то на пульках. Нет, на резинках. От трусов. Знаете, их комочек свернули, и он стреляет. Бумажками стреляюсь. Слюнявыми. Из трубочки. Тьфу, блять. Не, нам сюда. Огонь! Молодцы. Ты чё ты, блять, закрываешь? Стреляй по нём нахуй. Собака! А! Загрызла, блядь! Ой, малой. Сам ты малой. Я лейтенант по кличке Небоскреб. Кто взял с нами ребенка? Пожалуйста, ответьте. Сам ты ребенок, мне 35. Зачем это граната клинит, мы все умрем. Понимаю. Ох, твою мать. Я понял.
Наверх. Блять! Отходим. Посмотрите на меня, пожалуйста, вот, да. Поскольку вы маленький мальчик, а еще вы кадет, выкиньте, пожалуйста, пулемет из рук, он слишком тяжелый, да. Возьмите какой-то другой. Не, игра зависла. Пушка не включается. Остается только граната. Что со мной происходит? У меня какая-то аномалия, блядь, пространственная. Пришел, блядь, с остальными, а потом мне, короче, начала какая-то аномалия, блядь, рвать. Мне все пропало, ничего не берется, руки, блядь, не работают, тут ты из жопы. Кто-то инвалидом стал. Ты уверен? Да. Пошел, держи. Нормально работает. Все, мои руки вернулись. Да где этот мудак, блядь, привастный? Блядь, мы кругами ходим, это пиздец. Да куда идти, блядь? Я уже пиздец, мне уже, блядь, мозги тут плавятся. О, вы видите нас, мы заблудились, блядь. Да. Тоже. Блядь, тупик. Ой, блядь. Ой, здравствуй. Нос чесал, не смог испугаться. Здрасте. Почему ты такой большой, а ты такой маленький? У вас болезнь какая-то или что? Нет, это мой нормальный рост. Они больны гигантизмом. У тебя видно полянка, да? Понимаю. Доктор, пойдемте, мы вас выведем. Куда? В крутое место, там много кого лечить надо. Прям без вас, блядь, вообще никак. Я знаю, что с тобой делать. Идем за мной. Бля, не, я не пойду. Кто его лечить будет, пацаны? А что такое? Я тоже. Не, не хочу туда, не нахуй. 049, ну пойдемте. Я запрещаю вас... проходить. Блять, нужно 49-го кончать, он ёбнул с нахуй. Я должен работать. Кто? Больные убивают. Нет! Да куда? Граната! Ну, отряд дебилов. Нас свои! Что происходит? 049-го на устранение. Ага. Но я тут типа... Я типа продавец тут. Граната есть, чувак! Я могу открыть ворота зато! Вы стреляй, что ты ждешь там? Ну, наконец-то. Букашка надо... А! Бля! Хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании.